племянник чародея была написана Льюисом, шестой по счету. Но по внутренней хронологии она первая. В ней Дигори Кирк, будущий профессор Кирк, еще будучи мальчиком, вместе со своей подругой Полли Палмер попадает в Нарнию. Вот, кстати, как выглядит одна из обложек книги. Сразу нужно отметить, что Дигори и Полли попадают в Нарнию не по воле Эслана. Они попадают там, можно сказать, случайно. Дело в том, что дядя Дигори – чародей и ставит опыты по проникновению в параллельные вселенные. И, кстати, нужно отметить, что дядя Дигори – чародей не очень сильный, но при этом нехороший человек. Но вот так вот, благодаря опытам дяди, дети и попадают в эту волшебную страну. Кстати, сразу нужно задать вопрос, как концепцию параллельных вселенных можно вписать в христианство. Не буду заходить в дебри, сразу скажу, никак нельзя. Зато вот в теорию шестимерной вселенной Роберта Мартини она вписывается идеально. Нужно сказать, что в результате интриги дяди Дигори и Полли попадают вначале не в Нарнию, а попадают в Чарн, где и встречают Джадис, которая заколдована. И случайно ее расколдовывают. Но и дальше события закручиваются невероятно. Уже одно, чего стоит, что Джадис попадает в довоенную Англию. Но, к счастью, ее волшебная сила в нашем мире не действует. Затем, пытаясь избавить наш мир от Джадис, они и попадают в Нарнию. И вместе с ними туда попадает вот и дядя Дигорис, и Дигори. И попадает еще совершенно случайный человек, Кэбман. И попадают они в Нарнию в процессе ее творения. Эсланом и по всему. Их проникновение в Нарнию оказывается для Эслана полнейшей неожиданностью. Но что бы там ни было, вообще, конечно, интересно, это очень вопрос, как они могли попасть в Нарнию без ведома Эслана. Ведь если Эслан Господь Бог, то он всеведущий. Но что бы там ни было, в Нарнию они попали. И, похоже, именно благодаря этому в Нарнию попадает зло. Нарния, похоже, была задумана Эсланом как идеальный мир. Приключений в Нарнии им тоже пришлось пережить очень много. Самое главное приключение, которое они пережили там, это тоже искушение древом жизни. То же самое, что и Адам и Ева. Им пришлось пережить искушение, съесть или не съесть яблоко с древа, которое дает вечную молодость. Тоже интересный вопрос. Если Эслан Господь Бог, то зачем он подвергает их тому же искушению, которому дьявол подверг Адама и Еву? Или все-таки Эслан – это не Господь Бог, а кое-кто другой? Может, он и Иисус Христос. Но я же сказал, он куда больше похож на гностического Иисуса Христа. А гностики учат, что в образе Иисуса Христа на землю на самом деле приходил сатана. Джадис испытания яблоком молодости не выдержал. И такие его съела. Но вообще, мое мнение, интригу вокруг яблока вечной молодости, по-моему, можно было бы закрутить и более интересную, и более глубокую. Но что бы там ни было, здесь тоже очень четко видно, что Эслан далеко не Господь Бог, хотя бы потому, что он не всемогущий и не всеведущий. Книгу, тем не менее, к прочтению я, безусловно, рекомендую, но рекомендую читать ее, не развешивая уши, что это великолепный детский христианский катехизис, а читать вдумчиво. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.